Ян! Опять парктроник сработал. Жора, там наверняка что-то плохо лежит. Так вот на что парктроник реагирует-то. Ты что творишь, сучка? Настоящий полковник. Судя по всему, этот парктроник израильского производства. Прям как ты, Жора. Что там? Сокровище Третьего Рейха? Жора, помогай! Дивный! Пошали! Не бойся, не залетишь! Oh!
будет что-то. Подожду. Еще одна жертва нашего жестокого мира. Неужели мы его заслужили? При чьем попустительстве он стал таким? Ай, хорошо. Попадание стрелы в колено.
убиваю. Огнестрельные ранения в ноготь. Жора, надо линять отсюда! Больно.
Вот! Надо вырубить самострел! Это рубовятка, это твое, Жора! Только в этот раз личинку не выпусти! Сейчас я отключу фаервол и пропущу тебя. Как же эти пидоры узнали, где мы будем проезжать? Жучок, что ли, вставили? Только куда? Сука! На новых терминалах Windows 10 ставить стали. Бесит. Я на улицу воздухом дышать, а ты тут сам разбирайся. Если чё, крикну. Моя компания идет тебе на пользу, да? Thank you.
Охренеть! Жора, тебя вообще за руль пускать нельзя! Громкие вопли. Слушай, Жора, когда все закончится, предлагаю тут шашлыки организовать. После всей этой хуйни мы заслужим... Чугун, очнись!
хватит дурковать! Не знала! Подловил, зараза! Вот любишь ты придуриться! Ты опять сбежал с завода? Вот же босс! Эй! Вы чё там внизу с роботом кувыркаетесь? Вы кто такие? Отставные десантники. На реабилитации в военном санатории «Бледная тундра». Вам бы укрытие найти. Тут скоро ракету запустят. Чё? Ракету? Это похоже на батю. Он по образованию ракетчик. Спасибо, чугун. Чугун, уберешь хлам? Пожалуйста. Рви ему крышу! Молодец, железный! Веди нас к папке! Выжимай сцепление, Жора! Здорово! Закурить не найдется? Что, чугун, не тянешь против Лады? Чё стоим? Открывай ворота! Давно бы так! Кто такие? Откуда? Насколько записаны? Вообще-то мы родственники. Навестить пришли. Жор, батя, наверное, злится. Ты лучше молчи. Просто смотри в пол. Здорово! А ты из какого района будешь? Мужик, ты что тут делаешь, а? Так-так, посетители, значит. Здрасте. Мы к Будулаю членцу. Да, есть такой в списках. Это ж близкий друг нашего директора, Фрунзика Мамбеловича. А дальше с животными нельзя. Само собой. Чугун, чё ты вялый? Конденсаторы? Заряжайся пока. Вот сюда, пожалуйста. Он где-то там внутри. Ну чё, так чё там? Ты чувствуешь? Спиртом пахнет. Да тебе весело должно. Это ты сейчас кому сказал? Здесь мило. Какого хрена? Внимание, объявление. Начальнику некропедиатрического отделения явиться в регистратуру. Ну чё? Кто за кого голосовать как будет? Жизнь. Так выбирать не из кого. Единственным конкурентом Магнусяна был Бруньков. Так Магнусян уже третий год директор санатория. А тебе что с того? Новых процедур захотелось, что ли? Власть должна сменяться. Как бы хуже ты не понимаешь, стало? Что этот период застой? Вах! Дорогой, а доча где? Папка! Айсаул, доча! Ну, наконец-то, я так соскучилась! Ну, будет, будет, взрослая уже!
вы где пропадали? А ты, Жора, надеюсь, на честь дочи не покушался? Зюк! Брат, ты чего херню выдумываешь? Эй, подловил. Но с другой стороны, вы почти все время вместе. Захотели, уже давно сделали. Батя! А тут нет ничего стыдного. Ой, да ну тебе. Слушай, а что это у тебя за отверстие? Это не то, что ты подумал. Темнишь, дочь, перитонит подхватила. За гвоздь зацепилась. И вообще, у нас к тебе вопрос. Магнусян сказал, ты что-то придумал. Хорошо, доча, я все расскажу. Понимаешь, этот санаторий просто прикрытие. Нежданчик, да? На самом деле, это секретный бункер Брежнева. Так называемое убежище апокалипсиса. Вот такие дела. Это познавательно, но не объясняешь, что ты задумал. Знаешь ли ты, доча, что такое матрица? И ты туда же. Один мутабол все уши про нее прожужжал. Что? Мутабол? Я своей концепции ни с кем не делился. Отвечаю. Мутаболик, говоришь? Да, этого умника Муму зовут. Я бы с ним тесно пообщался. Умный мутабол – большая редкость. Надо было его привезти. Ого! Ракета? Ты можешь категории невысокие должности. Сохранение видимости демократических процедур необходимо всем управленцам. Это опять твой членовой хитловец? Ты что, не слышал, что сюда нельзя с животными? Шарик, милый. Магнусян, ты просто бессердечная скотина. Да чтоб меня, Жора, Алиса, добрались таки? Иза, встречай гостей, дорогой. Алиса, ну здравствуй, дорогуша. А ты возмужала, смотрю. Совсем взрослая. И тебе привет, Жорик. Как костюмчик? Нигде не натирает? Его бы постирать не помешало. Ну, здравствуйте, здравствуйте. Иза, ты прогнал компьютер антивирусом? Я уже устал от этой непотребщины из интернета. Послушай. Магнусян, ты чего кипятишься? Я ж все стер. Рекомендую не забывать, что в этом санатории вы всего лишь гости. Но и ты не забывай, что мы неплохо платим. Иза. Да ладно, все под контролем. Уже и в интернет нельзя выйти, фильмы посмотреть. Навесил на бункер вывеску санатория. Бункером с ракетами? У меня есть флешка, там разных фильмов полно. Даже по вашей части десяток наберется. Доча! Стыд и срам! Так все торренты ж закрыли! Теперь порнуху с собой носишь! Пойду-ка я скопирую все. Алиса, не хочешь в душ с дороги сходить? Да, доча, надо. Пошли, я все покажу. Ну, в душ так в душ. Я попрошу, чтобы вам все подготовили. Осваивайтесь. Юленька, дорогая, вы на месте? У аппарата. Прелестно. Пожалуйста, подготовьте комнату на двоих гостей, а также душевую кабинку со всем набором необходимых принадлежностей. Благодарю. Эй, ты, Жора, верно? А тебе с твоим костюмом прямая дорога в прачечную. Да, дорогой, освежись. Спускайся вниз и найди стиральную машину. Банный день, Жора. Да-да. Вся территория санатория является зоной повышенной стерильности. В прачечную туда. Ступай, приведи себя в порядок, а то выглядишь как бездюжник. Запах становится невыносимым. Поторопись. Давай, давай, нечего тут околачиваться. Объявление. Ежегодные выборы директора санатория отменяются из-за недостатка кандидатов. Полномочия действующего директора продлеваются на неопределенный срок. Благодарю за внимание.
Привет, как дела? Как тебе общение с нашим духовным лидером, Муму? Надеюсь, ты все осознал насчет матрицы.